Awan Cusca, Caipi Huachuma, San Pedro, Mezcalita, Nista. Con tus niquipas, Puma Iquipas, Ayuquipas, Atunco. Гора Вайну-Пикчу, гора-крепость, со всех сторон окруженная водой, рекой Урбамба. Забраться наверх можно только с одной стороны, по узенькой тропинке. На вершине горы комплекс строений и террас. Примерно за час туда можно забраться по крутым ступеням, вырубленным в скале. Виды вокруг открываются сногсшибательные. Что может быть красивее, чем сидеть над пропастью, свесив ножки вниз? Светлая полоска слева – это серпантин дороги, по которой нас довезли автобусы. Внизу, прямо под нами, Мачу-Пикчу, священный город инков, восьмое чудо света, со своими террасами и строениями. Высота и красота такая, что аж захватывает дух. А вот и высочайшая точка горы. Изобрази, что ты не боишься. Это площадка, на которой мы только что были. Забраться-то легко, а спуститься гораздо сложнее. Полоска через реку вверху в углу – это железнодорожный мост. Вниз до реки примерно километр. Все руками цепляются за стену и стараются не смотреть вниз. Тропинка, по которой мы сюда поднимаемся. Единственный вход на гору. Вовка будет тобой гордиться. Слышишь? Надо тебя спустить вниз, чтобы ты снимался снизу. Сверху страшнее. Вверх лист легче, чем спускаться. Будешь с гордостью Вовке показывать, что он даже по такому не лазил. Слышишь? Слышишь, что говорю? Аминь.
Легко. Давай, одна ступенька свет, вторая любовь, давай. И вибрации горы тебя будет и вылечивать. Ты чувствуешь, как энергия идет, прямо течет по тебе. Тонкие вибрации. Свет пропишется на клеточном уровне. Уже прописался. И свет, бля, и любовь к горам. Аж так глубины души.